Казахстанская Тигёл родила наследнику модного дома Шанель дочь. Также Анас Басарова и Дэвид Вертхаймер назвали малышку Ванессой. Стоит напомнить, свадьба молодых родителей состоялась в марте 2016-го в швейцарской деревне Кштадт. Также Ан была в платье от Карла Лагерфельда. Для девушки это не первый ребенок. Она растит 11-летнюю дочь от предыдущего брака с бизнесменом Нурланом Бимурзиным. Это хорошо, я за него рад. У нас прекрасные отношения, я говорю. Меня это, то есть, никак не задевает. Отношения остались теплые, и если она счастлива, значит, хорошо все.